Этот август проносится словно по старому стилю, как подарок пред тем, как войти в башлачевскую осень. Я сижу на гранитной плите и сжигаю свой стилус, будто грек, навсегда позабывший дорогу народа. Промелькнули в окне города разноцветной френдлентой, не оставив в плацкартном щиту шанса воспоминания. Я последний поклон отдаю уходящему лету. Против всяких примет, сохранившему теплым дыхание. Может так не случиться, что дорога завяжется в поле петлей. Может черная птица прилетит мне за мной. Может тихое слово снова станет важнее слепой суеты под небесным покровом, да прибудешь и ты, да прибудешь и ты. Я, наверное, выпал случайно сквозь острые спицы. Если так посмотреть, то почти ничего не поранил. Но гремящий экспресс так бесцельно, безжалостно мчится, укрывая в утробе своей не нарушивших правил. И на этом пути остановок отныне не будет. Еще пару забьют костылей, кольцевая замкнется. Вопреки представлениям простым о банальнейшем круге, этот поезд уже никогда никуда не вернется. Может так не случится, что родник переполнится мертвой водой, заиграют зарницы над уснувшей страной, где гуляет Ванюша по крутым берегам над холодной рекой. Может так не случится ни с тобой, ни со мной, ни с тобой, ни со мной.